во что превратится Россия? Спрогнозировать не могу. Надежда на разум. Если разум восторжествует в головах людей, которые ответственны за будущее страны, их очень мало, этих людей, которые реально несут ответственность. Я бы очень хотел, чтобы у них сработало, ну, в голове что-то такое, чтобы они подумали, например, что будет с Россией через 3 года, так как вы спрашиваете. Вот если они подумают и начнут искать выход, будет прекрасно. Если они не подумают и будут следовать большинству, да, то боюсь, что будет очень плохо. Потому что как раз большинство не может создать креативных идей. Они создаются всегда индивидуально и совсем меньшинством. Вот, мне кажется, ответ. Я не знаю, я надеюсь на разум, а даже думать не хочу о том, что будет через 3 года. И нельзя это думать, и непрогнозируемо это в России. Кто мог спрогнозировать сегодняшнюю ситуацию 1,5 года назад? Когда рубль был там 30 рублей, когда у нас были иностранцы, развивалась кооперация, международная торговля. Кто это мог подумать? Поэтому вопрос очень такой без ответа.